Свою пиццу выкинул в помойку. Не в состоянии был приготовить ее, понимаете? Взял ее всю, выкинул в помойку. Теперь сказал вот это вот все, не подходи сюда близко. Еще взял лопату, сломал свою. А где я протирал? Сейчас смотрю. Да ничего, сгорит. Да, пицца испортит. Ее заранее нельзя делать, Андрюх. Только сделал, надо ставить. Вторую пиццу делать, это вообще, ну, плохая идея была. Ужасно. Кошмар.